концертном зале музыкального отделения детской школы искусств имени Анны Семеновны Голубкиной состоялся юбилейный вечер преподавателя школы, лауреата международных и всероссийских конкурсов Владимира Николаевича Матюкина. Поздравления в адрес юбиляра прозвучали от главы муниципалитета Виктора Петрущенко, начальника управления образования администрации городского округа Зарайск Елены Прокофьевой, директора детской школы искусств имени Анны Семеновны Голубкиной Олеси Масаковой, директора центральной библиотечной системы городского округа Зарайск Валерии Маркович, старшего администратора Зарайского филиала Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Виктора Насекина, председателя Творческого союза художников «Московиты» Инги Карповой и представителей администрации Государственного музея-заповедника «Зарайский Кремль». Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке, на высоком профессиональном уровне. Зрители с воодушевлением аплодировали артистам. Цветы и поздравления, и еще множество теплых слов ожидали юбиляра. Слова искренней благодарности родителей учеников и выпускников Владимира Николаевича. За добросовестный труд, многолетнюю творческую деятельность в сфере культуры и искусства Владимир Николаевич Матюкин был награжден почетной грамотой главы городского округа Зарайск. Ольга Желудева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.